все выходные прекрасные, которые выходные были. Минули все, каждый. Потому что мы танцевали вот на этой площадочке, танцы были все. Суббота, да, возле да, танцев, да, прекрасно, да, хорошо. Отдыхали, да. Мы пенсионеры. Да, мы поэтому это живем. Одно развлечение нас жизнь, да, отдушина. Мы приходим сюда. А да. Музыка чего же? Музыка, да, играет, да, да, да. Танцы выходные у нас там, с 4 и до 7. 3 часа, пожалуйста. А. Приходим, танцуем, пляшем, да. Все. Так, как... Суббота и воскресенье, да. Все приходят, людей, очень много людей приходит к нам. И у мороз, и у снег, все, да. И дождь идет, еще танцуем, да, и в дождь даже, да. И снег, да. И солнце. Ну, мы сейчас, честно говоря, живем только жизнью своих детей. И все. Ну, это нормально. Да. Ну, у них хорошие события, хорошие. Все дети, да. А для нас... Ну, а мы не болеем. Да, наверное, это самое главное. Наверное, событие еще то, что появился снег. Вот, наверное, вот это самое радостное событие. В январе, ну что, старый Новый год и все. Ходили коридовать? Нет, не. А, старый Новый год? Ну, я не ходил уже, так я думаю, это больше для детей, скорее всего. Поэтому только открывали двери и слушали, как они коледуют, и дарили конфет или еще какие-то угощения. Ну, для меня все. Все праздники по-своему хороши. А для Романа что было интересно? Он елку и снег увидел впервые в этом возрасте. Знаете, в том году же не было снега. А тут вот, у него он еще был маленький, совсем не помню. А тут снег, у него такой восторг, что вот снег увидел. И елка, конечно. Вот эта новогодняя все обстановка, конечно, детям очень нравится. Радовались, когда появился снег. У меня трое внуков. Это горки, это катание. Их надо сопровождать. А вы катались сами на саночках? Сейчас? Нет. А в детстве? В детстве каталась, но сейчас нет. А хотелось бы? Нет.